Наконец-то наступило время, когда я объявляю абсолютную безоговорочную забастовку. Я отказываюсь от съемок, от записей, от радиопередач, от книг, от чтения лекций в университетах. Нет, все. Я занимаюсь самым главным делом. Я наряжаю елку. Это не просто игрушка или игра, если кто-то думает, что это просто так. Это величайший ритуал, это медитация, это общение с такими игрушками, с таким особым запахом детства. Какой запах у этой елки, господи. Ну вот, сейчас я поставлю верхушку. Эта елка, которую я наряжаю, необычная, она музыкальная. Она связана с танцами различных народов. Мир, весь мир сейчас будет с нами танцевать. Мне хочется взять сегодня и чудесным образом превратить нашу елочку в вальсы и полонезы, в мазурки и буре, в минуэты и гавоты. Очень интересно, что же случится с елочкой в Италии и во Франции? Что случится с ней в Польше и в Чехии? Давайте попробуем. Всем хорошо известная елочка. Начнем, вы знаете, с какого танца? Вот кто догадается с первого раза? Вот если я ставлю верхушку, вот она. О! Как вы думаете, какой танец символизирует вообще центр елки? Не догадаетесь? Полонез! Роскошный полонез, который когда-то появился в Польше, феноменальной красоты дворцах, которые танцевали великолепно одетые, очень богато одетые люди, полюбился другим композиторам в другие времена. Очень интересно, распорядился полонезом Петр Ильич Чайковский в своей опере «Евгений Онегин». Когда Татьяна после всех трагедий из поместья уезжает в столицу, в Петербург, и попадает в свет, на бал. И когда Онегин после долгих путешествий, после того, как он убил на дуэли Ленского, попадает на этот же бал, перед тем, как встретить Татьяну, Онегин появляется и начинает звучать полонез. Весь петербургский бал начинается с полонеза, грандиозного, роскошного. Почему Чайковский использует полонез? А вот здесь он удивительный мастер-драматург, потому что когда-то на балу у Лариных, вот перед началом дуэли, там, где началась эта трагедия, эта катастрофа, приведшая к дуэли ссора Ленского и Онегина, там звучала мазурка. И вот интересно, мазурка и полонез, оба трехдольные танцы, раз, два, три, только мазурка скромнее, камернее. Вот, скажем, когда наша елочка звучит как мазурка, она звучит так. Же звучит так. Видите, Чайковский подчеркивает, камерность мазурки очень подходит к той обстановке поместья, к небольшому количеству людей. И грандиозность полонеза – это могучий Петербург, это грандиозное Петра творение, это роскошный зал, это графы, князья, это Татьяна в новом виде. Татьяна, та прежняя, внешняя, отличается от нынешней, так же, как та маленькая провинциальная мазурка отличается от огромного столичного полонеза. Вот как драматургически играет роль танец. Какой танец? Кто танцует? Какова сила этого танца? А вот с гроздью винограда мы путешествуем в Италию.
Вот мы ее сюда, она очень красивая. Вот прямо так. Мы встретимся с одним из самых уникальных танцев на Земле. Тарантелла Тарантулла. Есть два вида говорящих о Тарантелле, ученых, исследующих происхождение этого танца. Одни утверждают, что город назывался Таранто, и в нем танцевали Тарантеллу. Скучно. А вот другие повеселее. От слова Тарантул, вот этот кусачий паук. Люди, которые танцевали Тарантеллу, они знали, во-первых, что они излечатся после укуса, а тех, кого еще не укусили, они топотали с такой скоростью и крутились вокруг своей оси, что ни один тарантул никогда не успел бы подскочить и укусить. Все тарантулы убегали. Обращается в тарантеллу. Тарантелла оказалась самым быстрым танцем. Для того, чтобы ее танцевать, нужно очень искусно перебирать ногами, и поэтому тарантелла стала символом соревнования. Победить в тарантелле – это вам не шутка. Вот с тех пор и соревнуются между собой пианисты. Вспомните тарантеллу, как финал фортепианного концерта Сен-Санса. Вспомните удивительные тарантеллы, написанные для скрипачей. Скерцо тарантеллы Винявского, тарантеллы Гитана. Огромное количество тарантелл. И, наконец, неаполитанская тарантелла Россини, который заставил всех певцов соревноваться. Нужно ведь не только петь, владеть голосом, с такой скоростью произнося звуки, выпивая звуки, но еще и четко произносить невероятно сложный текст. Этому учат долго. Но когда человек научился, он очень гордится этим. Но вернемся к елочке. В кого или во что мы ее сегодня, сейчас превратим? А вот посмотрите, какой же это будет танец. Но это я даже не прошу вас догадаться. Это будет танец, который называется «Бурре». Ужасно сложное слово. Представьте себе, Иоганн Себастьян Бах Бурре. Наверное, у некоторых даже живот начинает болеть от непонятности и странности. Хотя на самом деле Бурре и его происхождение очень смешное. Когда-то в Южной Франции крестьяне набирали хворост перед зимой, потом приносили домой, и вся семья, надевая вот такие тяжелые башмачки, вот без каблуков, вот так плотно, они вот так вот стучали, прыгали по хворосту, чтобы размять его, разломать его на мелкие-мелкие кусочки, чтобы было где хранить на целую-целую долгую зиму. Вот бурре танец, это и есть прыжки по хворосту. Вообще тяжелая туфелька, поэтому надо как-то ее на крепкую ветку сюда, чтобы она ни в коем случае, во-первых, не погнулась, не сломалась. Ох, какая тяжелая. Очень тяжелая, перевесим. Нет, 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 не годится. Вот видите, какое ответственное дело наряжать елку. Ужасно ответственное. Вот. Вот. Так что теперь, когда вы увидите и услышите, что для вас будет звучать баховское бурре, не пугайтесь, а обязательно услышьте прыжки. Например. Какие чудеса произошли в музыке? Танец, под который нужно прыгать по хворосту, превратился в музыку великих композиторов, в которых сохранились те же самые прыжки. Так, у меня есть игрушка, которой, уверен, нет почти ни у кого. Если у кого есть, пишите. Буду удивлен и рад. Что это? Пари, конечно же. А зачем? Какой танец он символизирует? Замечательный французский менуэт. Менуэт был главным танцем на протяжении столетий. Весь 17-й, весь 18-й век. И даже в 19-й пришел. Его так любили. Его танцевали всюду. Сначала только при дворе. Потом и все и горожане, и крестьяне, все танцевали танец менуэт. Вообще, это удивительный танец. В этом танце нужно было мягко улыбаться друг другу. Мягкие, нежные движения. И сам танец такой нежный. Обязательно улыбаться, не забывайте. Он ей: «Я люблю вас», улыбка, поклон, переход. Она ему: «А я вас ненавижу», улыбка, поклон, переход. Ну, что делать? Это не лицемерие, просто танец, в котором нужно только улыбаться.
А вот это у нас мальчишка и девчонка. Они будут вдвоем танцевать танец под названием полька. Как вы думаете, в какой стране появилась полька? Ну, наверное, Польша скажет. Вот полонез от слова польский, а полька от слова поляк. А вот и попались. Полька – это чешское слово. Пулька означает полшага. Они вот так танцевали. Вот так. Вот так, вот так. Вот мы их сейчас повесим рядышком друг с другом, чтобы они нашли друг друга, когда надо будет танцевать польку. Вот здесь. Вот они рядышком. Вы знаете, вообще, Новый год для взрослых очень ответственный праздник. Я помню, когда мои маленькие внуки, Данечке было 4 года, а Эвелинке 3 года, я помню, когда мой сын, их отец, нарядился Дедом Морозом и дарил им подарки, просил их читать стихи, петь песенки, потом исчез, потом переоделся, появился опять сын, их папа, то Данечка, которому тогда было 4 года, отвел меня в сторону и говорит: «Миша», ну, вот так он меня называет, «Миша, я тебе хочу сказать одну очень важную вещь. Только ты смотри, никому не говори. Это был не Дед Мороз. Это был папа. Только ты и папе тоже не говори, а то он расстроится. Он же думает, что я думаю, что он Дед Мороз». Буквально через 10 минут 3-летняя Эвелина отводит меня в сторону и говорит: «А Дед Мороз так и не пришел?» Я говорю: «Как не пришел? Был, подарки дарил». «Ты, пожалуйста, никому не говори. Но это был не Дед Мороз. Это был наш папа». Ну что ты поделаешь? Все так и хранили друг друга. Перед другом эту тайну, так никто и не узнал. Ну, давайте еще посмотрим. Ох, что у нас здесь есть. Вот это вот, конечно, Испания. Видите, веер, жабо и даже меч. Вот. А это тоже испанский стилет. Мы их тоже повесим. И почему они у нас сегодня здесь, и что они означают? А все очень просто. Значит так. Это танец, который появился в Испании. Его называют сарабанда. Сарабанда – это танец шествия. Медленный, массовый и часто драматичный, печальный. Танец погребения, так и павана. Танец раздумий. Танец, который потом почудился Бетховену жестким и кровавым. И он использовал в начале увертюры «Эгмонт» как символ испанских завоевателей, которые захватили бедный нидерландский народ и заставили вождя народа Эгмонта поднять восстание против поработителей. Вот как много пришлось рассказать, прежде чем я повешу вот эти вот символы Испании и символы завоевания. Вот здесь и вот здесь вот. Здесь я даже не прошу вас догадаться, какой танец мы будем сейчас играть. Дело в том, что этот танец связан с Африкой. Я сейчас произнесу ужасно редкое африканское слово, которое вы никогда не слышали. Танго. Чего смеетесь? Танго. Танго – это африканское слово, людоедское, между прочим, утверждает легенда, что вот те территории, где поедали людоеды своих врагов, были огорожены, нельзя было есть человека в лишь бы каком месте. Это считалось безнравственным. Нужно было тащить его на это ритуальное место и там поедать. И эти места, говорят, когда-то в Северной Африке назывались танго. Ну какое же отношение это страшное слово имеет к этому милому, слегка эротичному, а порой невероятно эротичному танцу?
Я думаю, что во всем виноваты старые люди. Они, как всегда, смотрят на молодежь, которая танцует не весь что, и не знает, как бы это уязвить, как покритиковать побольше. Вот я думаю, что это они-то и выбрали это слово из лексикона северных африканцев. Танго. Людоедская музыка, потому что разве можно так обращаться с дамой? Разве можно танцевать так и под такую музыку? Ну-ка попробуем, что станет с нашей елочкой. Сейчас я надеваю вот эту игрушку. Но кто бы догадался, что она означает? Какой танец? Точно. Вальс. Что? При чем здесь вальс? Наверное, потому что мельница крутится. Не только поэтому. Просто когда этот танец появился на земле, на него очень рассердились всякие короли, блюстители нравственности. Они запретили этот танец. Его танцевали тайно. Крутильно-вращательный танец. Казалось, что нельзя так близко подходить к даме, держать ее за талию и кружить по всему залу. У нее закружится голова, она упадет, и тогда никто не отвечает за действия ее партнера. А танец вальсом назвали австрийские мельники. У них там на мельницах были жернова, вальц. И мука называлась вальцовочная. Вот они-то и прозвали крутильно-вращательный танец вальсом. А вальс не обиделся, не испугался, не рассердился, а бросился кружить головы людям планеты и делает это исправно до сих пор. Итак, вальс. Вальс, который когда-то с таким трудом пробивался через цензуру королей, министров, блюстителей нравственности за свою головокружительную карьеру, за свой головокружительный успех, он потом прошел такую историю, пережил столько всего, что, наверное, ни один танец не сравнится с ним по количеству приключений и по количеству композиторов, которые писали вальсы, использовали вальсы, где под ритм вальса и в ритме вальса происходили различные события и подготовки к трагическим ситуациям, когда вальсы, как на вулкане, вальсы трагические, драматические, веселые. Шопен стал писать вальсы. Его вальсы — это танец души внутри человека. Шопен услышал в вальсе человеческую глубину. Россия стала второй родиной вальса, потому что почти половина музыки Петра Ильича Чайковского написана в ритме вальса. Даже его пьесы, которые не называются вальс, и то несут в себе элемент вальса. А ведь это же осенняя песня из времен года. У Чайковского вся музыка пронизана вальсовостью. А что творилось в Вене, которая была родиной вальса? Кульминацией оказались отец и сын Штраусы, когда вся Вена, вся Австрия, весь мир начал танцевать вальсы. Большой вальс — это уже понятие не музыкальное, это этнографическое понятие, культурологическое понятие — большой вальс. А потом, когда мир стал приближаться к мировой войне, то самые страшные изменения произошли с вальсом. Борис Равель во Франции пишет вальс, только это уже не вальс. Сохраняя все свои ритмы, все свои традиции, он становится судорожным, он сжимается. Не случайно его назвали танцем на вулкане. Послушайте вальс Равеля. Тарам-парара, тарам-парара, пам-парара, пам-парара. А потом Первая мировая война. Эти ужасы,
Человечество, вместо того, чтобы танцевать вальсы, начало сражаться друг с другом, и появились ужимки, гримасы вальса. Гениальный австриец Альбан Берг пишет концерт для скрипки «Реквием памяти Манон». Он написал и посвятил этот концерт 18-летней девочке, которая умерла от рака крови, и у него там, в его додекафонной музыке, появляется вальс. Отзвуки вальса, далекого-далекого, невозможного, несуществующего. От вальса никто никогда не сумел уйти, потому что вальс стал выразителем и символом истории последних столетий. Однажды, оказавшись в Швеции на новогодние рождественские дни, много-много лет назад, я услыхал песню. Я когда услыхал ее, я очень растерялся. Я подошел к шведам и спросил: интересно, а кто это украл нашу елочку? Они говорят: какая ваша елочка? Это наша старая-старая рождественская песня. Сколько наши деды и прадеды себя помнят, мы ее поем. Слушайте, я вам сейчас ее сыграю. И вы утверждаете, что вы ее не украли? Ну-ка, сравним елочку нашу и вашу рождественскую песню. Наша. А вот ваша. Ну, что можно сказать? Я могу сказать только одно. Наверное, шведская песня старше нашей, появившейся практически чуть более 100 лет назад. Но как ухитряются люди все время доказывать, что они едины, что они мыслят едиными категориями, едиными мелодиями, едиными чувствами, едиными идеями. Даже эта новогодняя песня шведская и русская еще раз говорят о том, насколько же мы едины. Я хочу, чтобы весь мир пел мелодии, которые, родившись однажды, останутся навсегда. Чтобы весь мир в эти прекрасные дни поднимал бокалы искристого шампанского, чтобы люди, глядя друг другу в глаза, говорили о любви и пели старую-старую песню.